какой-то вообще. У Это него да. скиллы, как у этого, блядь. Ударные, как. Блядь, как он называется? Бобер здоровый. Муравьед. Бьет вокруг муравьед, это лучше собирает. У него радиус вообще маленький. Пиш, мы без тебя не сможем сейчас продвинуть. Я тоже выкидывал на нее. Нам же двигаться надо. Так, у нас мяса вроде много было. В волках посмотри, да, они. Да нет. С злющим выражением ебало. Смотри. Кенгуру, что ли? Ну ты видел его выражение лица? Угу. Злющий-призлющий. Ну чё, поехали уже или чё? Нет, надо стрел сделать с конквезом. Вдруг кого-нибудь встретим. Таких-то я наделал. И все, весь лут перетащить в этих петах. Ну вот я буду лут перекладывать. Ну я стрел делаю, я занимаюсь стрелами. Стрел перекладывать, почти все переложено. Я всех поведу. Вы тогда будете просто скакать. Мясо сейчас чуть-чуть набейте, то нету. Я все забрал. Уже так. Thank you.
Вот фигню они какую-то сделали со сбором ресурсов. Дедикулусом. Дикурсов, блин. Сами ходят, собирают ресурсы. Чё в этом плохого? Плохого то, что они набирают себе вес и потом ходить не могут вообще. Ходят, дурак. Набираешь с них всё. Я у них убрал сбор ресурсов. Второго вроде тоже. Бьет он, да, по земле лапами. Должен, в принципе, массово бить. И сзади тоже. Почему он так, блин, впереди только собирает? Что первая атака, что вторая одинаковая. Вот, видишь, опять лутовок кого-то убил. Видела? Нет. Сонь. Так я говорю, я пойду съезжу, посмотрю. Ну, посмотрю. Да, я, и... так, я так-то, по идее, знаю, где он. Возьми кабана, там мясо собирает тоже еще. То я все забрал с толку. Вот он наверху прям на Владимире стоит. Вчера еще кого-то двоих убил. Так, а это у меня левел ап, что ли? А что тут барионикса что ли даже есть? Вроде карта такая пустынная. Есть, да, барионикс. Просто не понимаю, если 7 грамма открыты, то значит тут должны все есть, все быть. Наверное, чтобы кто-нибудь на бабочке полетел, чтобы замедлять чуваков.
Ёбаный стыд! У меня кончилась выносливость. На ком? Ну иди здесь ко мне. А ты где? Что, ты недалеко от базы идёшь? Да. Где он? Давай. Ну что, не отъебался? А где он есть? Да не надо, не ходи. Да на мы голем. Ему не поможем. А. Ну ты, в о, принципе, сел. Всех забрала. Я бабочку хотел взять. Ладно. Сел. Я что-то абрикос у меня где-то отстал, не могу найти. Где-то возле дома нашего. Там это, кстати, где твой лагерь опять риснулось дофига мобов. Сбегай туда. Там прям нормально будет. Сначала абрикоса надо найти. Так, я сейчас стрел нахерачу сейчас. Как это сделать? Ты что за мной летаешь, а что вам не оставил? Кто там мясо просил забирать, волк? В этого. Давай мне пару стеков. А чё он тебя полудохает? Я воевал с толпой дикулусов, а попал на голема. Голема попал? Я ж тебе говорю, голем за мной бежал сейчас. Есть. Это который здоровый или маленький? Не, это такой средний. А, ну они не приручаются. Ну этот, я думаю, будет этот, такой накормленный. Разбей их на эти, на стеки. Я сейчас сам сделаю. Потом туда, чтобы они быстрее испортились. Там же 77 было. Да. А я там еще насобирал. Все, теперь в этого, в кабана тогда остального. И можно идти сейчас. Разобью еще. Я думаю, может еще вон нижнего Марилатопса возьмем. Зачем нам второй? Ездить как вариант. Ну да, его в скорость можно прокачать, он будет нормально. Кого, Марилатопса? Да. Он... Ему больше винки не хватает, чем скорости. Песок надо было выкидывать отсюда. Нафиг уже не нужен. Так, я стрелы в этого закину. Мэрилотопса. Я, скорее всего, наверное, на нем сейчас бегать буду. А, ну да, на него и закину. Он на пути у нас будет? Или в другой стороны тут? Блин, вон там. Вон там, вон. Нет. Чё, на новом месте? Я же говорю, что на новом интересуется. Как и все мобы. Так, а чё я хотел? А, надо пожрать и... ХП надо выключать. Там можно ещё, в принципе. Да, ХП пока. А вот этого медведя мы не хотим взять. А у меня, по-моему, есть седло для медведя. Ну, в смысле, не медведь, а этот. Мега Терри. А нахер он нам нужен? Ну, хорошо собирает, все. Дерет мощно. В принципе, да, можно. Мне кажется, чем меньше существ нам придется тащить, тем проще нам будет. Да я все равно тащить их буду, мне пофиг. Нам наоборот, чем больше, тем лучше. Стрелы в этом, в Марилатопсе. Нарко? А? Нарко? Да, и нарко, и такие. Такие не нужны. Ты, если этот кремень будет, не нужны, скидывай все, что не нужно в него, я автоматически переделаю. Скинул. Не, 50 обычных стрел с собой всегда хватает. Так, все, ты да, перенесла оттуда? Еда есть жареная? Я жарю сейчас. А ты вон это возьми, обычный. В этом, Марилатопсе. Осталось волокно и дерево, но я думаю, что это... Ну, дерево можно забрать, а волокно не вижу. То и дерево не надо брать. Дерево мало. Дерево мало на карте, поэтому дерево как бы пригодится.
сейчас еще фрукты собираю, что тут сверху. Стер. Ну я жарю и лучше. Если что, у меня еще тухлое мясо есть. Довольно много. Закидывай, закидывай все туда, там уже не хватает. В холодильнике ж до хера. Я думал, бумаг забрал оттуда. Я только что вроде туда заглядывал, много было. Ну в эту сразу кидай. Из холодильника забери. 80 штук. Селитру можно будет забрать с холодильника. Не можно даже, а нужно. Сейчас я еще насобираю, что как раз с этим нужно раскидать будет хавчик на дорогу. Что, мяу? Я выкину отсюда. Вот с этим, блин, беда. Я не знаю, как куда может его засунуть, его фиг куда засунешь. Он называется листозавр. Он будет медленный. А не дикулусы быстрые. Дикулусы быстрее него. Быстрее листозавров. Че? Значит, поймаем другого. Че, как вариант, да, поймать другого листозавра. Правда, они тут не такие частые. Обычно. Так. Седло для льва. Ой-ой-ой. Жука убил. О, где? Чё такое? Сука, потеряшку мне убил, блядь. Ну как? Ты чё, одна туда побежала, что ли? Там насекомыши появились. Он становится агрессивный, как рядом насекомый. Он что, всех подряд там придёт? 33-й. Ну, 33-го можно взять, в принципе, с собой. Я тоже так думаю, надо взять. Но, правда, надо подождать, пока он успокоится. Мы можем на волках подлететь и это с волков пострелять его тупо стрелами. Да его можно просто с горы стрелять. Ну, либо с горы. Ну, мало ли все. Конечно. Блять, непростой парень. Он да, его бы с ловушками в идеале. Бегает там вроде не быстро. Кроме того, если с горы в него стрелять нормально. Он что, дурак подводный, на гору не доберется? Доберется. Нас на той трое цели менять. Так. Что ты Муфаса выпьешь? Давайте мы берем его, нет? Мне пчениться надо. Так. У нас еще время есть, тут этот еще готовится. Кота. А что, я только в этом щитке нужен? Я починю, ты шелку закинь и всех резко, которые... Я сама починю, мне не обязательно ее учить, чтобы чинить. А, ну тогда. Все, он успокоился. Сейчас стрел сделаю.
А, там где-то еще металл был, надо лук второй себе сделать. Чего ты хочешь? Ну чего? Кстати, я тебя пыталась, ты не хочешь, кто хочет. Так свалит отсюда. Ты сейчас идем, господи, что-то. Уже свалил я. Дерево, где лежало в этом? Я их нашел. А жрет-то он что, мясо? Не помню, вроде мясо. Неужели он на вот это вот? Ну, у меня седло для мегатария в принципе есть, но на него нужен 55 металла и цементная паста. С цементной пастой мы нам не найдем. Так, хитина, хитина много. По существам посмотри. 100 цементной пасты мы сделаем? Может и сделаем. Думаю, нет, там не настолько много хитина, чтобы с ним на 100. Неужели вот хочешь сказать, что он сюда залезет? Знаешь.